Здорово, пацаны! Давно не виделись. Сегодня праздник великий, Рождество. Вот решил тут видео записать, думаю. Давно с вами со всеми не общался. А то у меня тут всякие болезни трепят. У меня вот 14 декабря положили в больницу болты снимать. Полежал я там, 22-го уже выписали. Там вспышка ковида в больнице. Блин, ну ладно, даже швы не сняли, приехал домой туда-сюда. Два дня, там три, почкался, все. Ковид, получи. Все, тест положительный, блин, я Новый год и не помню. Температура, блин, и всякая прочая канитель. Роспотребнадзор замучил. Всю дорогу звонит, спрашивает, блин, ты дома? Я говорю, дома, я ходить не могу, блин, задыхаюсь. Они говорят, сейчас лекарства тебе принесем. Ну, жду лекарства. Да как на иголках сижу. Жду лекарств, не лечусь ничем. Потому что лечиться нечем, блин. Нос закапывай всякую чипунафтизину. Приходят, приносят. Я там такой, оба. А тут уже пацаны мне там рассказали. Сейчас там тебе принесут лекарства какие-то вообще крутые. 5 косарей, говорит, стоят. Говорит, съешь и все, порядок будет. Я говорю, отлично. Жду, приносят. Приносят, они, значит, мне, я вот тут специально положил фигню. Приносят, значит, они мне парацетамол. Типа у меня дома парацетамола нету. Приносят какую-то шнягу вот эту вот, блин. Называется умефиновир. Я полез в интернет смотреть, она написана лекарством не является. Короче, думаю, ну, блин, а где? Думаю, ну вот эти вот, наверное, точно 5 косарей стоят. Альфарона. Думаю, ну вот оно, то самое заветное лекарство. Еще и бесплатно, думаю. Полез смотреть. Тоже лекарством не является. И стоит какой-то чепухни вообще. Короче, звоню туда и говорю, а где вот это вот лекарство от ковида? Они мне говорят, в области деньги закончились, лекарств нет, крутись как хочешь. Блин, тут я вообще расстроился нахрен. Думаю, блин, ну все-таки-то на измене. Тут еще, блин, товарищи, которые в больнице с этой канителью отлежали, атмосферу нагнетают, звонят там, какие-то ужасы мне рассказывают. Я чувствую, действительно хреново мне, блин. Надо как-то, говорят, кровь разжижать. Ну, нашел я там дома все аспирина. Давай эту ацетилку шуровать. Ну, пью, потею. Вроде кровь разжижается. Ну, ладно, туда-сюда, блин. Вроде как, думаю, ну, а что делать-то? Надо как-то это, разбираться с этой болезнью-то, с этим ковидом. Короче, блин, пошел в аптеку. Купил самый сильный антибиотик, который только возможен, блин. Купил, короче, вот такую херню. Называется она Ceftriaxone, короче. Вот такая вот шляпа. И такое это, начал уколоть, блин. Уколы больнючие, только с лидокаином. Если без лидокаина, это просто смерть какая-то. Ну ладно, блин, колю, короче, вроде... Хрен его знает, но антибиотики это такая штука, но пока в организме не накопится, эффекта не будет. Понимаю, что надо поколоть их там с недельку. Ну ладно, колю там туда-сюда, блин. Блин, какие-то улучшения малозлочительные, блин, там есть неохота, вообще неохота, блин, курить уже вообще забыл, когда курил. Короче, ни запахов, ни вкусов, ни хрена, короче, блин. А тут еще... всю дорогу, о, там какой-то новый вирус, я думал, мне со старым бы разобраться бы, блин, а новый вирус там, ладно. Причем я не прививался никакими вакцинами, ни хрена, думаю, блин, вообще, что-то на меня тут навалилось. Потом туда-сюда, более-менее, короче, как-то стало нормально, уже Новый год прошел, уже люди отбухались, блин, я все себя прийти не могу. Ну, вроде выбрался к компьютеру такой... Там одному знакомому пацану из Питера там типа пишу, ну вот это вот типа и скидываю фотку там. Типа, блин, вот, лечусь вот этой фигней. А он мне такой недоверчиво пишет, такой, че ты, говорит, прикалываешься, что ли? Я говорю, в смысле прикалываюсь? Я говорю, вот,
Вот эту вот фигню себе калию нам тут, говорит, все рекомендуют тут от ковида, короче, вот эту штуку колоть. А он мне так вот говорит: ты знаешь, блин, я вот этой штукой, блин, кота своего колю. У него там с желчным пузырем проблемы. Мне вот его в ветеринарке выписали. Я говорю: да ладно. Он говорит: я вполне серьезно тебе говорю. Я подумал, говорю, что ты прикалываешься. Я говорю: да, что-то тут вообще, думаю, в Орле плохо совсем. Это как, думаю, понимать? Людей, блин, говорят, колите себе антибиотиками, которых животных колят, блин, от желчного пузыря. Я же ни хера не понимаю. И в итоге, и вообще, тех-то лекарств дорогих, про которые все рассказывают, я в глаза не увидел. Вот кошачьими лекарствами себя выходил, блин. Наверное, скоро мяукать начну, как котик такой. Мяу! Хвост трубой будет, и буду там мяу, вот тигра как-никак. Как-то так. Ну ладно, пацаны, это все, конечно, весело, блин, но на самом деле никаких лекарств бесплатных нету. Как-то вот чисто на, не знаю, на вот кошачьих уколах и выкарабкался. Мне супруга говорит: ты смотри только, говорит, обои не дери. Ты будешь когти точить. Ну ладно, сейчас вот уже осталось тут практически там несколько, там 3 минуты, да, по-моему, да, осталось до Рождества. Уже можно разговляться будет. Надо вот себе бокальчик налить. Сейчас вот откручу тут канитель одну. Опа! Да лишь бы не стальбануло. Опа! О, да она и не стремит, наверное. Ох ты, слышь! Бля! А в потолок пробьет потолок? Да? О! Хорошо! Удачно! Прошло все удачно. О! Оператор, держите. Ну, друзья, с Рождеством вас всех! Ура! Желаю всем всяческих благ, удач, здоровья крепкого, порядка в семье. Берегите себя и своих близких. С Рождеством Христовым! Начали! Ох, фу, кислуха! И корочки. Класс. Да, пацаны, совсем забыл вам сказать. 5 февраля в клубе Герц состоится Winter Trash 2022. Ну, в том году его не было, потому что был ковид, и в позапрошлом что-то какая-то муть его там было. А в этом году Winter Trash состоится. Так что приходите, приезжайте. Событие должно быть грандиозным.